went from hot to ice. You can't stop this door from closing. You chose your path of life. Yeah.
Михаил, ну и второй Дубль, для тех, кто не знает. Сегодня мы прекрасно передали футбол, отличный сбор. К сожалению, Серченко Сергей получил травму. Как тебе знать, соперник хорошо комбинировал, тем не менее, вы их переиграли просто. Как мне кажется, получили максимальное удовольствие. Да, мы получили максимальное удовольствие, переиграли за счет того, что соперник это был второй матч, но у нас сегодня самый лучший сбор за все время. 11 человек, поэтому, думаю, мы выиграли, и у нас, в принципе, сейчас это настроится, да, показать свои силы, и, конечно, соперники все равны, зависит только все от нас. А насчет Сережи, если чем-то очень печально, и, в принципе, все будет хорошо. Желаем победы, Денис. Спасибо. Спасибо.